Здравствуйте. Проходите, проходите. Во всей красе. Угу. Присаживайтесь. Как дела у вас? Лучше с каждым днем. Каждым днем. Хорошо. Давайте. Сидем, пахнем. Угу. Давайте на весы вставайте, сейчас посмотрим. Ну, были бурные выходные. И? Ну как, и? И что? Весы сейчас нам покажут интересные результаты. Что вы делали на выходные? Какой вес? Так, 107, 200, да? Да. 200 на одежду, 107, да, пишем? А было 103. А было 103? Да. А с чем связано? Вода. Вода? Да, какая вода? Ну, обычная простая вода. Я, если рыбу поем, я начинаю... Ну, соленую рыбу или свежую? Нет, свежую. Ну, как... Присаживайтесь. Рыбу на пару, если поешь... Так. И он, ну, почему-то после этого у меня начинается вот... Хотеться пить, да? Да, очень хочется пить. И вот я поэтому и говорю, Кирилл, он говорит, диетолог, говорю, я на килограмма два буду больше, это явно. Но так оно получается, потому что я чувствую... Ну и у вас в прошлый раз было 107, и сейчас 107, то есть так же стоит вес. Давайте, талия была у нас 100, сейчас посмотрим, сколько талия. Так, тоже 100, опять 100, да? Угу. 100 на месте. Ну, по штанам стоит. Видно, что уже ушиваем. Ушиваете? Да. Хорошо. Так, уже бедрышки ушиваем. Были 132, 131. Ну вот, видите, на 1 сантиметр бедрышки ушли. Так, ну вес как бы на месте, да, стоит 107, 107 по нашим данным. То есть мы пока без движения находимся. Индекс массы тела такой же. По жирам смотрим. Были жиры 46 килограмм 450 грамм, стали 45, 850. То есть 600 грамм жира ушло. Ну, хороший результат. Минус 600 грамм. Конечно, неплохой результат, неплохой. Немножко как бы динамика медленнее, но если так двигаться по 600 грамм хотя бы в неделю, будет хороший результат. Ориентироваться на это. То есть у вас правила должны быть часто кушать, да? Смотрим, что едим, зачем едим, спорт не забываем. Мы черепашьими темпами найдем свои цели. Да, да. Вот, ну и все. Вот эти, если вы привычки себе возьмете на вооружение, самая главная то привычка. Вы... Да. Самое главное вот именно за это время себя умерить и сконцентрироваться и понять, что тебе нужно. Тебе нужно поставить определенную цель, к которой ты должна идти. У меня как девочка говорит, так, говорит, весь гардероб свой выбрасывай, иди за новой вещью. И влезай в нее. Здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий Петрович. Это я из проекта. Слушайте, Анатолий Петрович. Ну вы такой веселый сегодня, бодренький, не то что в прошлый раз. Я всегда веселый, я не веселый, я жизнерадостный. А вчера вы были, в прошлый раз вы были такой уставший, а сегодня все, вы мне сегодня нравитесь. Да? Прям, да. Ну видите, с каждым, как говорят, с каждым взвешиванием все лучше и лучше. Да. Я норму приобретаю. Видите, как хорошо. Прям приятно. Я, может... В прошлый раз прям уставший вы такой были, и бледный, да, такой устал, прям, бледный. А сегодня вы прям прекрасно выглядите, ну, минус 10 лет. Наверное, знаете, что, наверное, не сбросил вес. Ну и хорошо. А может сбросил. А зачем? Вы так раньше сколько сбросили-то? Ну, так, ну давайте на весы. Я никогда плохо себя не чувствую. Нет, в прошлый раз прям вы такой были уставший и бледный. Вы прекратили бурно спортом заниматься? Почему? Я еще больше занимаюсь. Еще больше? Да. Ну, Анатолий Петрович, ну, молодцы. Чем могу сказать? Ну, вставайте на весы. Активизировался. Да? Да. Как говорят, активизировался. Так что, где? Вот сюда? Вставайте, да, мы сейчас посмотрим. Так. Так, минус на одежду килограммы мне всегда давайте, голосует. Давайте, хорошо, хорошо. Сколько там? Даже не вижу. Кирилл, ты видишь? 93,1. 92,1. Так, пишем 92, да? Угу. Так, окружность талии. Давайте талию измерять. Ой, фигурку. Фигуру давайте. Давайте. Мерите. Так, была 104. Сейчас посмотрим, сколько. Ой, я не той стороной, да, Кирилл? Так, вот так. Была 104, смотрите, 99. То есть что? Минус 5. То есть минус 5 сантиметров разменяли. В окружности? Да, были больше метра, стали меньше метра. Бедрышки были 99, сейчас посмотрим. Бедрышки должны что-то быть бедрышки бабу вообще... большие. Сейчас, Кирилл, переверну. Так, тоже 99. Ну, зато талия, смотрите, уменьшилась как хорошо. В общем, за весь как бы наше наблюдение 8 килограмм 600 грамм жира ушло. Видите, как 9 килограмм. 9 килограмм да, жира. Да, видите, как хорошо. А, ну... Хороший результат. Жир легкий, пушистый, то есть вот объем какой ушел.
Вот. Ну, а водный обмен весь в пределах нормы, хороший водный обмен, прям в норме. И процент мышечной массы 47% тоже хороший показатель. 43 килограмма, 430 грамм активной клеточной массы. А это что вот это зашкаливает? Вот это? А жир, немножечко жир великоват. Да. 1,6. Да. Да. Нет, получается жира 20, на сегодняшний день 25 килограмм, 990 грамм. Грубо говоря, 26 килограмм. Здравствуйте. Юля, вам можно? Можно, Юля, все хорошее, ты хорошее. Да ладно, прям хорошее я. Хорошее, Юля, да? Прям, да. Прям приятно. Слышал, Кирилл? Кирилл. Юлечка, вставай на весы, посмотрим, да? Да, да. Разувайся. Да, конечно, лишний вес. Очки еще можешь снять. Да ладно. А вставай, Юля, сразу, вставай, не покажешь. Ты-ды-ды-дын. 97, да? 94. Юля, сколько мы на одежду будем? 2 килограмма. Я вот правда говорю, я напилась столько воды, вы себе не... Юль, ну мне надо вес все равно взять. Давай 96 пишу. Юля, ну тут понимаешь, тут, как сказать, ты у нас очень активно, бурно начала снижать вес. И это естественно, что он сейчас приостановился. Угу. Это ничего такого страшного нет, понимаешь? Вот по нашим наблюдениям было 116, стало 96. 20 килограмм. Угу. Люди за год столько теряют, да, понимаешь? Да, да, да. То есть мы не можем растаять. Это годами все наедалось. Конечно. Если десятилетиями наедалось, и за вот 3 месяца 20 килограмм, это... Нет. Это естественный процесс остановки. Сейчас организм думает, что дальше ему делать. Наращивать вес или снижать. Mm-hmm. Вот как ты будешь себя вести, так вот дальше и пойдет. А мышцы, сейчас мы водный обмен посмотрим. Ну вот и ушло минус 400 грамм воды. Вода ушла. Мышцы 38,50, минус 100 грамм мышц. То есть как бы сегодня нас не радует результат. Uh-huh. Да? То есть вот, вот в это время что-то у нас происходило, что нас привело к повышению веса. Да? Жиров. Вот. Так что, Юля, выводы какие-то делаем, да? Орехи, если кушаем, тогда через день хотя бы, да? Не больше. Если крупные орехи, 3 орехи в день. Если мелкие, не больше 10. Их кушаем, получается, в первой половине дня. Вот. Обязательно белковой пищи добавляем, да? Например, или в день порция рыбы, на второй день мясо. И вот насчет анемии, да, печень добавь себе. Добавлю. Ну, 2 раза в неделю хотя бы. И витаминки, наверное. И витамины возьми, да. Железосодержащие, да? Да, да.